Чтобы все было на 5. Во вторник будущие дипломированные знатоки языка и школьники соревновались в лингвистическом брейн-ринге. Отмечу, традиционная неделя русского языка проходит в Курске уже в течение 20 лет. Когда и кем была введена гражданская русская азбука? Время. Начало 18 века, Петр Великий. Лингвистические загадки, вопросы из истории великого и могучего, а также тонкости южных диалектов. Специалисты говорят, настоящий знаток языка – это не просто тот, кто чаще пишет с «а». Каждый должен обладать языковым чутьем, сообразительностью, логически мыслить. Или, говоря проще, любить слово. Участники лингвистических состязаний с этим согласны. Наша команда участвовала в прошлом году, мы выступили довольно успешно, мы заняли второе место, поэтому мы надеемся на успех и в этом году. Любые знания, они могут забываться, если их не использовать и не практиковать. Непременно не стоит забывать и о саморазвитии, потому что каждый из нас, будь то школьник, студент, будь то взрослый человек, безусловно должен развиваться и овладевать нормами русского языка. Трудно представить жизнь без грамотной устной и письменной речи. Однако, по словам специалистов, сегодня доля незнающих русский язык велика. Сложность с большим количеством подводных камней, но при этом невероятно красивой. Не знать великие и могучие тем, кто считает себя русским человеком, недопустимо, отметили участники брейн-ринга.